Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, и мы сегодня играем в храбрые коротышки. Так, ну что ж, мы остановились на 7 уровне, давайте пройдем, посмотрим. Так, ну вот, у нас такая ситуация, что мы сейчас будем проходить. Так, в атаку. Так, сразу замораживаем вот этого дядечку, сейчас мы пока до него дойдем. Так, надо сейчас вот этих, опа, все, заморозили его. Так, нам нужно, главное, добраться до сундучков наших. Так. А то я стрелок начал стрелять, это очень плохо. Он уничтожает наших... Он уничтожил всех наших ребятушек. Смотри, он очень сильный. Он очень сильный. Нам нужно сделать апгрейд. Так, посмотрим. Так, 1000. Ну, давай ему сделаем. Так, я не понимаю, а почему я... Я этим тоже могу, нотик по 1500. Угу. Ладно. Так, ну что ж, будем зарабатывать деньги. И попробуем... посмотрим нашу тактику. Так, мы сейчас этого сразу заморозим. Так, отлично. Так, вот у нас замораживатель. Мало времени дается. Он, видишь, сразу начинает стрелять и убивать моих солдатиков. О, есть, может быть, мы выиграем в этот раз, не знаю. Давай. О, есть, выиграли, супер. Мы прошли игру, это очень здорово. Так. Идем на 8-й. На 8-й уровень. Так, хорошо. Вот они, злодеи, смотри. У меня есть еще один стрелок добавился. Мы его еще сюда поставим. И вот этот. Так, мы его куда поставим? А, знаешь что? Мы этого сюда поставим сейчас. Так, эти будут два челдобрека здесь. Так, ну сейчас попробуем. Так, у нас есть апгрейд. Так, я думаю, знаешь, кому сделаем? Угу. Давай нашим вот этим рыцарям. У нас рыцарей же много. В принципе, сколько? Раз, два, три. А, три рыцаря у нас всего лишь. В принципе, не сильно и много. Ну да ладно. Что ж. Ну что ж, в бой. Так, сразу заморозим сейчас одного вот этого хотя бы. Хотя бы одного вот этого сейчас заморозим. Так. Есть. Так. И сразу замораживаем. Так. Он, видишь, одного заморозили, это хорошо. Не знаю, пройдем сразу или нет. В принципе, так-то у меня много солдат. О, есть, мы пройдем. Да. Отлично. Смотри, у нас добавился... О, у нас еще, смотри. У нас добавился дядечка один. Сейчас посмотрим, кто это такой. Да, это монах. А монах защищает всех, смотри, интересно. Так, ну давай его сюда поставим, он будет нас защищать. Нет, даже я бы его сюда поставил бы. Да? Или нет, пусть и стоит. Так, ладно. Этого сюда поставим и вот этого волшебника сюда. А, ну делаем апгрейд. Так, я думаю, стрелку сделаем. Вот так, хорошо. Стрелков у нас два. Ну все, пойдем посмотрим. Так, сейчас сразу вот здесь заморозим еще кого-нибудь. Смотри, а, ну он не сильно, в принципе, и защищает, смотри. Да, не очень он защитил. Слабенький. Короче, вот эти все прям, смотри, какие они мощные, они всех мы их зафигачили. Я даже не получил ни одной монетки. Нет, а ну-ка. Ну, смысла не будет, если я буду так постоянно делать. Так, ладно, его сюда сейчас поставим. Так, что же делать-то? Как же нам быть? Значит так. Попробуем этого сюда поставить. Этого сюда. Вот так даже попробуем. Ну что ж. Сейчас, может быть, пройдем. Так, а давай заморозим одного вот этого хотя бы чувака. Так, посмотрим, как... Очень-очень сложно вообще, очень сложный уровень. Нам хотя бы главное пройти, дойти до... А, мы еще... Ух ты, мы еще можем замораживать, что-то я не заметил. У нас две заморозки, что ли? А ну давай еще раз попробуем. Так, смотри, вот одна типа заморозка. Так, ну я помню, у нас была еще одна заморозочка, сейчас проверим. У нас же в принципе два волшебника, правильно? Так, сейчас посмотрим. Сейчас она дойдет, заморозочка. Вот, еще одна. Давай этого заморозим. Так, есть. Давай, хотя бы... Да, ё-моё, ну хотя бы один...
Хотя бы один сундук-то, а? Сейчас по-другому сделаем немножко. Так. Стрелков надо сюда поставить, потому что они как-то стреляют странно. Вот так сейчас сделано. Подожди, вот так. Лучники, потому что они вверх стреляют, а эти, по идее, не могут так делать. Так, сразу этого заморозим. Так, смотрим. Да, видишь, они почему-то стреляют странно. Так, есть. О, так, да, денежка есть у нас. А, не, видишь, мы не успеваем. Ну, хотя бы мы уже что-то подняли, одну денежку. Так, видишь, можем сделать... давай сделаем вот этому детку. Он у нас будет, может, лучше защищать. Так, давай, молодец. Так, ну что ж, в атаку. Так, сразу заморозим сейчас вот этого нижнего, верхнего заморозим. Хорошо. Так, есть. Может, у нас лучше будет защищать, хотя... А, убили уже, да, его, к сожалению. Ладно. Так. А, все, видишь, как это... Надо, короче, я понял. Вот этих волшебников... Вот эти... Вот, где у нас волшебники? Вот один, а второй. Пускай они вдалеке будут стоять. Попробовать. Так, видишь, и у нас этот стоит. Может быть, вот так вот сделаем? Так, попробуем так. Ну, давай. Так, сразу. Сразу вот этого замораживаем. Так, хорошо. Эти, видишь, стреляют. Видишь, нас сильно их уничтожают. Так, сейчас, если этого убьют, то все будет. Давай. Нет, видишь, нет, не успели, но зато мы все деньги забрали. Это хорошая тактика. Ну, пусть она пока стоит. Сейчас мы заморозим вот этого стреляющего. Так. Во, все, мы заморозили его. Он хотя бы нам не будет выстреливать нижних. Так, есть. Может быть и пройдем, не знаю. Навряд ли, конечно. А ну, давай, быстрее берись. Есть. Есть, смотри, мы сейчас этого точно убьем. У нас один останется. Ну, ладно, ну, хотя бы мы его убили. Один остался. Так. Вот, улучшение. Так, кому улучшим? Я думаю, давай улучшим. Так, у нас 2000 есть. Ну, давай я улучшу вот этого волшебника. Побыстрее, может быть, будет разморозка включаться. Угу. Так, сразу замораживаем вот этого. Так. Сейчас ждем, пока вторая разморозочка у нас получится. Заморозочка. Так. Что-то медленно что-то все. Да, сделали мы не тот, может быть, апгрейдик, конечно. Ну ладно, сейчас еще раз попробуем. Так. Все, сразу замораживаем. Так. Ну, мы хотя бы чем эти сундуки разбиваем. Это очень хорошо, большой плюс. Мы зарабатываем деньги. Так, сейчас посмотрим. Давай, быстрее, заморозка. Ну, кому я апгрейд сделал? Ну, еще дольше стало. Так, 1300 денег. Так. Давай вот это верхнего заморозим. Во. Так. Так, выносит прям моих быстро, очень сильно. Так, давай, хотя бы сундук забери. Во! А, видишь, ну все равно не успеваю, ладно. Так, мы сейчас посмотрим. О, есть у нас улучшение. Улучшим, знаешь, кого мы улучшим? Давай лучников улучшим, давай. У нас лучников много, сколько? Раз, два, три. А, хотя у нас три лучника, ну все равно. Так, давай посмотрим, как у нас лучники ставить их надо. Ну вот, ставят их как бы повыше. Но они все вот у меня повыше и стоят. Ну, можно вот так сделать, смотри. Попробовать, да? Угу. Ладно, давай, я сейчас попробую заморожу вот этого дядьку, который стреляет. Хотя лучше вот этих передних делать. Ну, сейчас посмотрим. Так, есть, одного заморозили. Так, хотя бы так. Но этот выносит наших этих верхушек. Верхушку всю нашу выносит. Так. Замораживатель, давай, новый, открывайся быстрее. А, все, убили. А мы прошли. А мы выиграли. А как-то неожиданно. Как-то случайно. Ну, мы молодцы.
Вообще молодцы. Король нам денежку дал даже. 1800 монет золотых. Это очень даже хорошо. Вообще нормально. Я даже не ожидал, что я так быстро выиграю. Ну что ж, на 10 уровне мы. Молодцы мы. Ну что ж, ссылка на плейлист с прохождением будет под этим видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам понравилось прохождение этой игры, пишите комментарии, в какие игры вы хотели бы видеть на канале Dudaplay. Отличного вам всем настроения. Всем пока-пока.